Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство DJV30, и сейчас я покажу вам, как выполнить сброс DRM лицензий. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел «Безопасность». Здесь мы выбираем «Шифрование учетные данные». Тут будут все наши лицензии системные и пользовательские. И чтобы все это дело сбросить, нажимаем «Очистить учетные данные», нажимаем «Ок» и вводим пароль от экрана блокировки. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.